Ну что, ребят, смотрите, так выглядит наш магазин корпорации Greenleaf. Именно такие магазины мы с вами будем открывать по всей стране, в странах СНГ и в Европе. Смотрите, обычные тележки, обычные кассы, обычные товары. Конечно, нужен чемодан. А вы уже купили чемоданчик? Очень здорово, надо успевать купить чемоданчик, друзья мои. Огромный ассортимент, очереди на кассах. Так что вот это, друзья мои, наш бизнес. К сетевому маркетингу он не имеет никакого отношения, так как это именно инвестиционный проект по открытию вот таких вот магазинов монобрендовых Greenleaf. Бренд Greenleaf, но магазин будет принадлежать именно вашей семье и той команде, с которой вы его откроете. Открываем магазин вместе за счет компании и получаем с вами прибыль с этого магазина вместе. Наша задача, чтобы такие магазины стояли в каждом районе каждого города СНГ и Европы. А цены в них в два раза дешевле, чем в обычном магазине. С вами я, Александр Марков.